Шишкин Григорий, для сентября 2010 года. Оклад 5345. 165 часов отработано каждый день, человек ходит на работу. И он получит вот его оклад, ровно 10 тысяч его зарплата. Мне несколько непонятен ваш вопрос. Укомплектованность урологами в городской клинической больнице полностью 100%. Почему вы так много назначено вам, вернее, вы дежурите, это один вопрос. А далее? Стыдно иметь единственную больницу в городе, которая обслуживает население, которое находится в таком состоянии. А ваш метод работы, извините за грубость, я бы назвала «красить губы на грязной морде». У меня все. Зачем у вас правительство, которое мы выбирали, которое клянутся, что будут защищать наши интересы, почему они не могут продавить? Не хватает бюджета денег фонду дать, чтобы он нам заплатил? Почему так легко выбиваются дополнительные средства из Москвы на строительство каких-то дорог никуда, в чистом поле автостраду построили с остановками, а на здравоохранение какие-то дополнительные финансирования наши депутаты выбить не могут? Я сейчас больше к депутатскому корпусу, к представителям единственной правящей партии нашей. Вот. Почему эти дополнительные финансирования мы не можем выделить на здравоохранение? Потому что оно прозрачное, потому что каждую копейку отсудить можно, да? А там землю закопать можно, эти миллиарды, и поделить их, и все. После того, как собрание протокол составит, протокол передадут нам в городскую думу, и на основании этого протокола будет комитет по социальной политике проведет заседание свое, на нем будет принято провести финансовую проверку состояния дел в городской больнице на данном этапе. Пока вот решение, скорее всего, будет таким после установления протокола собрания.